уже 3 колеса пробил. Раис Гатаулин говорит, что ямы в этом дворе достигли критических отметок. Большую проблему создают еще и лужи, из-за которых дыр в асфальте практически не видно. Дорога вот от школы, от Тукая 11, сплошной, эта дорога, дребезги разбиты. Эта дорога, когда будет смотреть это? Это невыносимая дорога даже. Недовольны таким положением дела и пешеходы. Говорят, что из-за того, что в ямах скапливается вода, их то и дело обрызгивают проезжающие мимо машины. Этот участок дороги вызывает у местных жителей недоумение уже несколько лет. По их словам, в том году один из жильцов привез сюда гравий за свой счет и попытался сделать ямочный ремонт. Но с приходом весны дорога снова пришла в негодность. В городе уже начались работы по ямочному ремонту, но латать дыры в первую очередь специалисты будут на главных магистралях. Пока на проспектах Мира и Химиков. Только после того, как на центральных улицах полотно приведут в порядок, рабочие переключатся на внутриквартальные дороги и обновление тротуаров. Выезжаем, смотрим, какие худшие из худших выбираем, как в прошлом году также. Мы сегодня представляем себя уже все, у нас есть. Если будет подкрепление финансов сегодняшнее, мы готовы тоже это делать. По словам представителя департамента ЖКХ и благоустройства Тавкиля Ахмедшина, в этом году на ремонт дорог выделено порядка 93 миллионов рублей, 50 из которых пойдут на обновление полотна в населенных пунктах. В настоящее время подготовительные работы начались и в садово-дачных массивах. В этом году в рамках республиканской программы будет выполнен капитальный ремонт одного из самых проблемных участков дороги вдоль озера Долгое в сторону Дмитриевки. Так что жителям улицы Тукая придется пока потерпеть. Возможно, в этом году и на их улице будет праздник. Александр Халин, Влас Семагин, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».